Всем привет, с вами администратор сайта CryptoMining.ru. В этом видео речь пойдет про новый сервис, имитирующий облачный майнинг, Sheriton.com или Sheriton. Ударение тут, к сожалению, не указано, но вы можете сами решить, как называть этот проект. Название его указано на главной странице. Соответственно, сейчас я нахожусь на этой самой главной странице. Здесь, как обычно, дают бонус за регистрацию 100 гигахэшей. Открылся данный сервис 23 августа 2017 года. Ну, на момент записи видео это буквально сегодня, то есть, ну вот, пару часов назад, насколько мне известно, сервис запустился. Соответственно, также на главной странице вы можете видеть тут разнообразие валют. Это все валюты, которые можно майнить. Их тут 10 штук различных, то есть помимо стандартных для таких проектов биткоинов, лайткоинов и доги, здесь еще можно Monero майнить, Dash, Ethereum, ну и так далее. Ну и давайте перейдем в личный кабинет. Здесь, как уже повелось, скажем так, есть система уровней. Во всех, по-моему, последних проектах система уровней была. Кто с ней еще не знаком, то кратко расскажу, что это такое. То есть система уровней – это чем больше вы вкладываете, тем выше ваш доход будет. Соответственно, ваш уровень зависит от того, сколько вы вложили. Можно посмотреть опять же в меню. Тут где-то должны быть уровни. Так, расчет. Сейчас зайдем. Промазал я немного. Вот, расчет, и показана таблица уровней. Соответственно, первый уровень — это от 500 гигахэшей, то есть $5 нужно вложить. Второй уровень от 3000 уже гигахэшей, то есть $30 нужно вложить, ну и так далее. То есть чем выше, чем больше вложите, тем выше ваш уровень и, соответственно, тем выше ваша доходность. Вплоть до 8%, но правда, чтобы 8% доход получать, это нужно вложить, как я понимаю, от 15 тысяч долларов, что ли. По-моему, да, от 15 тысяч долларов. Я не думаю, что кто-то столько вложит. Да и даже, чтобы вот 6,4% получить, нужно вложить от $3000. То есть я тоже сомневаюсь, что многие могут позволить себе столько вложить. Ну, грубо говоря, вот эти уровни, скажем так, доступны обычным людям. То есть от 4% до 6% примерно доходность на данном проекте. Ну и давайте вернемся в личный кабинет. У меня, как вы видите, здесь второй уровень. Я сюда вложил, ну, такую средненькую сумму, 55 примерно долларов по курсу. Я сюда вкладывал биткоины, соответственно, ну и плюс еще 100 гигахэшей было бонусных. И сейчас у меня второй уровень, доходность 4,4% в сутки, в принципе, неплохо. Я поставил майниться биткоин, кстати, забыл этот выставить 100%. Вот, подтвердим. Опять же, тут можно свою мощность разделить на несколько валют. То есть можно выставить, например, там 87% на биткоин и оставшиеся 22% на эфириум. Ну и можно хоть на все криптовалюты понемногу мощности выставить, тогда у вас будут майниться все валюты, но медленней. Соответственно, я в этом особо смысла не вижу. Я все ставлю на одну, как обычно, на биткоины, потому что мне биткоины больше всего нравятся. Ну, а вы можете майнить то, что вам интересно. Кстати, здесь очень низкая минималка на вывод долларов. Давайте зайдем посмотрим. То есть на вывод долларов минималка всего 50 центов. На остальные валюты, кстати, минималка тоже небольшая, где-то в районе доллара, то есть 0,03 XMR, это примерно, ну, 90 центов. Ну и на другие криптовалюты, в общем-то, тоже минималки небольшие, поэтому, соответственно, мне кажется, это большой плюс для проекта. Никто не любит, наверное, высокие минималки. Ну и что здесь еще интересного? Как вообще пополнить? Тут все подробно описано, но, кстати, я немного тупанул. В общем, когда пополняете, если будете пополнять криптовалютами, тут вот описана процедура, как это все сделать по пунктам. Ну, грубо говоря, вам нужно ввести сумму какую-то, например, вот столько, скажем, нажать «Пополнить», ожидайте,
и вам выдаст кошелек, и нужно отправить туда именно ту сумму, которую вы указывали. То есть написано, внимание, депозит должен быть ровно столько-то. Соответственно, сколько указали, столько нужно и отсылать. Я немного протупил, хотел вложить, ну, вот такую сумму, но забыл, что биржа, с которой я отправляю деньги, берет комиссию, и отправил из-за этого меньше. Автоматически деньги тогда не зачислились, пришлось писать в техподдержку, ну вот можно посмотреть. Довольно быстро мой вопрос решили, то есть я написал им, что отправил не ту сумму нечаянно, потому что комиссия биржу еще взяла. Ну и мне буквально в течение 5 минут сказали, что все нормально, деньги зачислены на баланс, ну и соответственно я уже с баланса обменял. Так что техподдержка работает достаточно быстро, ну по крайней мере пока что, то есть ну мне ответила она в течение примерно 10 минут. Надеюсь, так и дальше будет. В принципе, здесь ничего сложного, по-моему, больше нет. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте в комментариях. Ссылка на регистрацию в проекте будет в описании. Ссылка на его текстовый обзор и статус выплат также в описании. Подписывайтесь на канал. Всем пока.